Представители этнокультурных объединений любезно приглашают посетить их выставку. Они привезли картины, книги, музыкальные инструменты народов, проживающих в Южном Казахстане. Когда еще все это можно увидеть в одном месте? Здесь и национальные вещи ручной работы, и подарки от родственников из-за рубежа. День дружбы, единства народа. Мы все живем в такой стране, где много национальностей. Не везде такая ситуация. Все друг друга поддерживают, все дружат. Затем праздник продолжился в театре. Теплую атмосферу единства и согласия на сцене создавали представители разных национальностей. У каждого была своя возможность ознакомить присутствующих со своими традициями и культурой. В этот день слова поздравлений звучат на разных языках мира. Мархамат Шабдраимова, представитель узбекского этнокультурного культурного центра, поздравляет с праздником, по-особенному песни про дружбу. Пусть в нашей стране царит мир, здоровье нашему президенту, чтобы все жители нашей страны были счастливы и здоровы. Пусть Казахстан процветает. Хочу всем сказать, что я вас сильно всех люблю. Следом поздравляют корейцы и татары. Для зрителей они подготовили танцевальный микс. Благодарственными письмами и грамотами аким области отмечают жители города, внесших вклад в укрепление и развитие казахстанского единства. Во всех успехах, безусловно, есть большая заслуга Ассамблеи народа Казахстана. За прошедшие 20 лет Ассамблея стала прочным фундаментом мира, согласия, дружбы всех этносов, живущих на благословенной земле нашей Родины. Пользуясь случаем, я сегодня хочу поздравить всех православных христиан нашей области со светлым днем воскресения. В завершении концертной программы на сцене выступает будущее Казахстана – дети. Юные артисты поют про родину, мир и дружную страну. Шудин Саидов, Галымжан Ерназаров, Роман Примкулов, информационная служба телекомпании «Утра».